Клаудия Шефер не меняется уже 30 лет. Все у нее правильно и по расписанию. Питание, общение, прогулки. Ест 3 раза в определенное время. Дневные порции рассчитаны до грамма. Немецкая дисциплина и педантичность. Очень работоспособна, причем, кажется, от слова «робот». Когда у ее мужа, режиссера Мэтью Вона, обнаружился внебрачный ребенок, Шефер не подала на развод. Просто взяла карту поместья и установила границы. Муж в одном крыле, дети в другом, она в третьем. С ней на одной половине еще собака и кот. У животных отдельные спальни. Клаудия сейчас делает там шикарный ремонт. Не замечали, куда в 2020-м исчезли все вязаные вещи? Они на имениннице. Вот зачем она прячет роскошное тело? Но не все немецкие супермодели такие. 47-летняя Хайди Клум в красном купальнике и в модной этим летом сетке. Опасная вещица, в ней видны все недостатки, но у Хайди их нет. Еще раз поищем, нет, все-таки нет. Повезло Тому Каулицу, мужу Хайди. И ведь на диетах она не сидит, особенно любит пиццу. Так Хайди и Том болели в эти выходные за Баварию в финале Лиги чемпионов. Бавария победила. А как выглядят остальные супермодели 90-х? Кейт Мосс и Синди Кроуфорд держат себя в форме, а ведь на подиум уже вышли их дочки. Карла Бруни Саркози обратилась к хирургу, который, видимо, не голосовал за ее мужа, бывшего президента Франции. Врач неудачно сделал Карле омолаживающие процедуры. Линда Евангелиста ощутимо поправилась и не появляется на публике уже пару лет. Многие очень ждут ее возвращения.